Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 144, упражнение номер 3. Предложите маме, бабушке, дедушке, брату, сестре и просто знакомым произнести слова из задания 1 и 2, употребив их в указанных формах. Как люди произнесли эти слова? С каким ударением? Запишите слова так, как их произносили люди. Обозначьте в словах ударение. Слова могут произноситься по-разному, некоторые люди могут произносить их с ошибками. Давайте мы запишем слова и поставим ударение так, как оно должно стоять в этих словах. Торты, гербы, адреса, шоферы, трактора, слесаря, директора, доктора, договора. Килограммов, яблок, апельсинов, ботинок, туфель, сапог, варежек, торты, гербы, адреса, шоферы, трактора, слесаря, директора, доктора, договора, килограммов, яблок, апельсинов, ботинок, туфель, сапог, варежек. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.